технологию прототалисмана. Сейчас очень модно, в каждом оккультном магазине можете прийти и увидеть большое количество всевозможных талисманов. Вот, будучи на Байкале, на Алтае, я увидел технологию прототалисмана, то есть то, что в древних, у древних народов было первым талисманом. И вы можете такое изготовить, это очень-очень несложно. Для того, чтобы выполнить эту шаманскую технологию, это мы делаем ангон. Что такое ангон? Ангон – это обычно деревянная маска. Ее можно изготовить самому, можно купить. Как только мы покупаем эту деревянную маску, которая нам нравится, делаем с нее ангон. Сначала нужно установить столб символический. Столб должен называется это церге. Это мировое дерево, которое связывает небо, землю и подземный мир. Мировое дерево должно иметь, это может быть даже обычный маленький столбик деревянный символический. На нем должно быть три черты. Небо, земля, подземный мир. Через этот столб обязательно должны приходить духовные существа из других миров. Это повсеместная традиция, символ мирового дерева. После этого разжигается костер. Костер считается огонь очень чистой стихией, очень чистой силой. Причем, неважно, дровяной огонь или какой-то другой. Маску нужно некоторое время поводить над огнем, для того, чтобы почувствовать, что чистота огня вошла в эту маску. Затем маска берется в руки и держится таким образом, чтобы было направлено на человека, чтобы было направлено на сантиметров 20 от сердечной чакры. И, например, если мы делаем ангон на денежный поток, то мы начинаем призывать все, что связано с деньгами. Мы вспоминаем, что в Тибете есть такой бог Куберу, который отвечает за денежный поток, что есть бог такой Дайкоку, что есть Хатей. Дальше вспоминаем самых богатых людей этого мира, вспоминаем, когда нам удавалось выиграть в лотерею, заработать деньги и получить зарплату, то есть призываем на себя все, связанное с деньгами. Как только мы эти силы начинаем призывать, притягивать на себя, возникнет сильное давление и сильный дискомфорт. Дискомфорт будет усиливаться, и вдруг вам будет очень неприятно, но нельзя останавливаться, и вдруг произойдет вспышка, как молния взорвется, и дискомфорт сменится комфортом, и мы почувствуем, что наша маска в руках начинает вибрировать. Эту маску, это уже ангон на денежный поток, ее можно повесить на стену, и дальше она будет автоматически призывать к владельцу постоянно какие-то денежные средства, постоянно, то есть человек не окажется совсем без денег, то есть постоянно какие-то варианты у него будут, что денежный поток будет возобновляться, и чем больше денег притянет этот ангон, тем больше он будет силы и тем больше может притянуть еще. Ангоны такие делают на денежный поток, на успех в личных отношениях, на помощь предков, когда просят силу предков и так далее. То есть, в принципе, это то, что мы видели прототалисманы.